Здравствуйте. Привет, здравствуйте. Здравствуйте. Давай, держи. Спасибо. А это маме. Здрасте. Привет. Я когда уехал из Дербента, приехал в Москву, мне показали картинку, где ты плачешь. Ну, я думаю, что понятно, что я, к сожалению, не могу поговорить с каждым человеком, который на площади стоит. Но все-таки твоя реакция меня расстроила. И поскольку я не могу сам ездить, часто из Москвы уезжать, вот я решил тебя пригласить с мамой, с папой. Тебе понравилось? Да. Да? А что ты видела? Красная площадь. Чехи видели. Острые мечты. Ладно, пойдем. Пойдемте, я покажу вам, где я работаю, а потом пойдем чайку попьем. Хорошо? Садись. Так, на стульчик совсем. Нормально. О! Прекрасно смотришься. Да, сейчас, секундочку. Да. Михаил Владимирович, вот поздоровайся. Это, скажи, Михаил Владимирович, добрый день. Здравствуйте. Привет. Да. Это Раисат из, из Дербента приехала в гости. Решила и с вами тоже поздороваться на всякий случай. Выяснить, на месте вы на рабочем находитесь или где-то разгуливаете? Да. Да. Раисат, это председатель правительства Российской Федерации. А? Раисат. Раисат, да. Очень приятно. Да. Очень рад тебя слышать. Ты у президента. Это большое, большой день, спасибо. Как хотела. Спасибо, Михаил Владимирович. Все, до встречи. Да, мы увидимся. Да. Ну, я позвоню. Как гости уедут, я сразу свяжусь с вами. И сразу подъезжайте, хорошо? Да, Антон Георгиевич, да, вот он, у меня гости из Дагестана, из Дербента. Помните, мы с вами разговаривали, и Михаил Владимирович тоже, по-моему, говорил с вами, да? Там есть несколько вопросов, у них выпадающие доходы. Да, Раисат, поздоровайся. Здравствуйте. Слышь, Антон? Да. Да, а ты что не отвечаешь? Ты же воспитанный человек. А, здравствуйте, я просто думал, что это может быть. Да решил, что это шутка, да? Не станет здоровым. Нет. Значит, у них там выпадающие доходы на несколько миллиардов, да? Это реконструкция уличной сети дорожной. Значит, затем развитие объектов туризма и завершение строительства универсального спортивного комплекса. Не хватает денег. Я будем... Вы приняли решение о том, чтобы добавить 5 миллиардов рублей на ближайшие годы. Отлично. Скажи спасибо. Спасибо. Все. Спасибо, Антон Георгиевич. Спасибо, Владимир. Вас есть, пока. Это, ты получила сейчас для Дагестана 5 миллиардов рублей. Пойдем. Она не понимает, на что. Не важно. Город преображается прямо на глазах, да? Да, мы с этим фонтаном вообще в восторге. Спасибо. И вот улица это прогулочная. Честно говоря, мы вечером, когда уезжали, проскочили, я быстрее посмотрел, пожалел, что не остановился. Можно было прогуляться там, посмотреть. Да. Она вдоль стены идет, да? Да. Красиво. Вообще шикарно. Мы благодарим за вот это все, что происходит у нас в городе и вообще в целом республике. Город и республика просто преображаются с каждым днем. И огромное спасибо вам за то, что вы делаете. Ну и Раисат, надо сказать спасибо. Она получила для развития Дербента дополнительно 5 миллиардов рублей. Спасибо вам огромное. Как вам детишка растить там?
У вас еще двое, да? Вашей? Еще двое. Маленькие, сколько? 5 и 3 года. 5 и 3? Шикарно. Ну, я как мама детей могу сказать вам отдельное спасибо за то, что у нас город становится таким ярким, таким красочным, потому что это, когда дети маленькие, очень актуально, чтобы вечерком выйти, есть что показать, есть где прогуляться с детьми. Да, в общем, не только с детьми. Ну да, а вот эти все пособия и так далее, вы пользуетесь ими, да, которые на детей предусмотрены? Да, все получаете, без проблем, все ритмично. А вы где работаете? Я, если честно, я свадебный оператор. Снимаю, да, свадьбу. А, то есть вы... Да. Много свадеб? В июне было мало, конечно, в июле и августе, ну, нормально. То есть падения нет никакого? Ну, слава богу. Что в городе считаете так наиболее интересным? Ну, наиболее интересным – это наша крепость, конечно. Да-да. Самое… Это просто… А второй уже наш фонтан. Вам, пока я не потерялся, если можно, пару слов скажу вам. Спасибо за приглашение, конечно. Мы очень рады, мы просто в восторге. Я не знаю, когда бы мы, наверное, сами сюда попали. Вот. Хотел бы сказать огромное спасибо за эмоции нашего ребенка. Это для нас очень важно. И от Республики Дагестан, от всей нашей республики вам огромное спасибо за то, что вы делаете, за вашу работу. Лично я сам поддерживаю вашу политику, поддерживаю вас лично. Я считаю, что такой человек, как вы, для вас, наверное, замены не будет никогда. Это мое мнение, мое от сердца, то, что я вам говорю. И от Дербента огромное спасибо, то, что вы вернули Дербенту 5000 лет. Это просто, вы знаете, это дорогого стоит. Но это не я, это же писали археологи, которые начали там работать в 1971 году. Это же первые поселения, они установили первые поселения, были там 5000 лет. Ну, потом начал формироваться, видимо, как город, вот уже 2000 лет назад. За все спасибо. Вам спасибо. Дагестану спасибо, Кавказу в целом. Ну и вообще люди поддерживают нас в России. В целом поддерживают в России. Это самое главное. Это самое главное. Это основа всех наших общих успехов, когда есть такая консолидация и взаимная поддержка. Вот это главный залог успеха.